Любое мероприятие, где сегодня люди сталкиваются лицом к лицу, да, это есть две полезные вещи. Полезная вещь – это новые знания, а вторая – это полезное – это появление общности, комьюнити, потому что люди видят друг друга, и когда ты видишь человека, ты с ним общаешься, ты получаешь другое, чем ты просто о нем читаешь или общаешься по телефону. Мы еще привыкли воспринимать людей не только по этому, но по так называемому body language, да, и как бы реакцию человека на все, и ты больше можешь найти. Второе, как бы место для предпринимателей объединиться, там, увидеть то, какие ошибки делаются, поделиться. Это, естественно, основное мероприятие, это ликвидация некой, более быстрого набора знаний в какой-то области и так дальше.